Здорово, чувачки, с вами Заспа, и это 14 день открытия капсул с наклеечкой 2, пока мне не выпадет наклеечка короны. И сегодня я закупил еще 5 капсул с автографами легенд участников Бостон 2018 года. Каждая капсула оценивается примерно в 1000 рублей. На 5 капсул я потратил 5 косарей, просто на 5 попыточек. Блин, и чтобы вы были в курсе, если нападает вот эта наклеечка, это сразу же 130 тысяч рублей в кармашек, просто бутс. Минимальная золотая наклеечка здесь оценивается в $200, плюс-минус 15 тысяч рублей. Блин, это было бы максимально круто достать какую-нибудь золотую наклеечку отсюда. Также здесь есть еще приятнейший девайсик наклеечка, тоже 130 тысяч рублей. Капец. Но остальное нас не очень интересует. Блин, 5 капсул, 5 попыток. Я думаю, что одну золотую, ну, может поставить. И учитывая то, что я открыл 200 капсул, и мне не выпало ни одной золотой. Поехали, попробуем. Давайте начнем с первой. 1000 рублей прокрутик, поехали. Блин, золотую. Любую золотую. Любую золотую. Снакс, окей. Данная наклеечка Снакса оценивается в 160 рублей. Ну, плюс-минус пойдет за бумажную версию наклейки 160 рублей, окей. Поехали, вторая капсулка. Опять косарик улетает. И мы получаем золотую, да? Скажи, что золотую. Нет. Филипс какой-то. Филипс, короче. Данная наклеечка оценивается 50 рублей. Потратили мы 2000, получили 200 рублей. 10% отбили, отличненько, окей. Третья капсула, блин, лекра, 100 тысяч рублей, пожалуйста, поехали. Давай золотую, хотя бы прокатись. Лекра, обычный видел, Снакс опять падает. Топ. Опять Снакс стоимостью 160 рублей. 3 из 3 мы достали синечки, остается 2 капсулы. Поехали, предпоследняя капсула, давай. Хотя бы не синюю, хотя бы не синенькую. Ну, блин, ну что это за бред, Адрен? Данная наклеечка оценивается в 75 рублей. Ну, невкусно, мы, наверное, даже на 500 рублей не наберем из 5 капсул. И вот завершающая капсула, 5-я. Блин, давайте посмотрим на девайсика. Блин, офигенный стикер, кстати, максимально, вот прям вкусность. 1, 2, 3. Снова косарик улетает. Давай золотую, на последней золотую. 50 рублей оценивается эта наклеечка ТАСС. Блин. 5 из 5 синек. Ну это так грустно максимально. Максимально грустно. Давайте откроем теперь капсулу с наклейкой корона. Блин. Ну хотя бы, может, ты порадуешь. Ну что за бред? Просто 5 из 5 синек. Окей. Наклеечка корона 55 тысяч рублей. Через одну, две, три. О, прилетела. Я видел ее. Я видел ее. Я видел ее. Nice shot. Ну, блин, просто бред. 6 из 6 капсул нам выдают синьку. Грустно, грустно, грустно. Грустно. Максимально грустно. Вот так вот получилось. Мы, наверное, в сумме на 500 рублей, да, получили, а потратили 1007. Вкусность. Что ж, если вам понравился данный выпуск с такими редкими стикерами, редкими капсулами, то ставьте лайки. Я еще запишу, подороже капсулу закуплю. Также в моем телеграм-канале проходит розыгрыш на ножичек за 7000 рублей. Условия максимально просты. Итоги уже через пару дней. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Заспа. Всем пока.